проводим такие мероприятия по всем городам. В первую очередь мы хотели показать нашей молодежи, что традиционные виды спорта – это наше будущее, и нужно помнить наши корни. Мы первый раз в Саратове проводили такое мероприятие, и поэтому решили пока что вот сделать одним городом. Саратовские вообще молодцы, они, в принципе, по телосложению физически выглядели послабее, поменьше самарских ребят, но по исходу оказали достаточно хорошее сопротивление. Хотим поблагодарить самарский состав за то, что они приехали к нам, посетили наш фестиваль. Парни крепкие, молодцы. И поэтому мы хотим от нашего отделения поздравить их и вручить им кубок. Самарское отделение показало численность, хорошо участвовали в битве. Ожидание было победить. То есть победили в килу Саратов, в итоге побились в стеночном бою, показали дух соперничества, как с одной стороны, так и с другой. Я думаю, мы приедем в Саратов, если получим приглашение от вашего отделения, тоже так же можем и пригласить когда-нибудь Саратов к нам в гости в Самару. Поэтому давайте сейчас мы поздравим его все вместе. Константин Валерьевич, Саратовское и Самарское отделение Плава Орла поздравляет вас с днем рождения! С днем рождения!